Здравствуйте! В эфире программа «Глаз народа». Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого. Конечно, игрушки бывают разными. Кому-то нравились солдатики, кому-то куклы, а кто-то не мог жить и дня без конструктора. Времена изменились, их стало больше, и не только отечественного производства. А давайте узнаем, какие игрушки предпочитают дети сегодня. Я люблю играть в машинки. А еще что, конструкторы, может быть? Да, в конструктор. А солдатики, а вообще любишь, может быть, мягкие игрушки? Люблю. То есть, а как думаешь, вот для тебя важно, например, что игрушка зарубежная или наоборот наша, российская? Наша, российская. Мягкие игрушки. Всякие. Какая твоя самая любимая мягкая игрушка? Мишка. Стараемся, да, качественные игрушки покупать. Вообще, как отечественные берете или зарубежные? Нет, отечественные практически мы не покупаем. Кастрюли, чайники, чашки. Собственно говоря, сколько игрушек не покупай, у нас дом весь в игрушках просто. Ну, чаще всего используется то, что проверено веками, скажем так. А что в основном покупать из нового такого? То есть солдатики, что это? Машинки? Нет, он пока еще маленький, но у нас, в принципе, есть все, начиная там от всяких развивающих игрушек, да, и в основном, конечно, смотрят, чтобы больше пользы было, да, то есть там всякие пазлы развивающие, мягкие игрушки, которые всякие там конструирования, да, в плане этого. Но по опыту у нас весь дом в игрушках, но ребенок больше всего любит играть на кухне.